Это видео прислали наши телезрители. ДТП произошло на минувшей неделе в Видном на Советском проезде. Вероятная причина аварии – гололедица. За первую неделю февраля количество дорожно-транспортных происшествий, по словам сотрудников ГИБДД, выросло на 30% по сравнению с этим же периодом прошлого года. В связи с меняющимися погодными условиями, когда днем на солнце воздух достигает плюсовой отметки и снег подтаивает, а в ночное время температура опускается ниже нуля, на проезжей части образуется ледяная корка. Дороги становятся скользкими, увеличивая тормозной путь автомобиля в разы. Сотрудники госавтоинспекции предупреждают водителей быть более аккуратными. Водители должны внимательно относиться к погодным условиям, следить за температурным режимом. Самое главное – не делать резких торможений и резких разгонов, соблюдать скоростной режим, соблюдать дистанцию. Это, наверное, любой водитель знает об этом. С 8 февраля инспекторы Ленинского районного ГИБДД начали проводить профилактические мероприятия «Пешеходный переход». В таких погодных условиях особенно важно быть предельно внимательными при подъезде к зебре, сбавлять скорость и пропускать людей. Но и пешеходы должны быть более аккуратными при переходе проезжей части и учитывать, что из-за скользкой дороги водитель резко затормозить не сможет.